Как ты себя чувствуешь? Уже лучше, чем вчера. Надеюсь, что на днях меня уже выпишут. Я соскучилась. Я тоже соскучился. Чем занимаешься? Опять едешь спасать наш город? Ну, ты же знаешь, какая сейчас ситуация. Ну да. Каждый человек нуждается в нашей помощи. Ты мой герой. Жду с нетерпением нашей встречи. Все будет хорошо, мы обязательно встретимся. Доброе утро, Иван Булатович. Доброе утро, Оксана. Привезли нам лекарства для благотворительности? Да, они уже у вас в кабинете. Ребята уже нас ждут. Все хорошо, спасибо. Вы же понимаете то, что мы работаем не по этой сфере. Но в такую трудную минуту мы должны помочь своему народу. Мы должны помочь своему городу, как бы. Тимур, помнишь, нам вчера обращались то, что в 5:20 болеет бабушка, и она нуждается в лекарстве. Отвези ее обязательно. Эльнур. Вчера обращались родители маленькой девочки. Говорили то, что нуждается в лекарстве. Обязательно отвези. Не забудь. А ты, Алим, остальные лекарства отвези в детский дом. Они вчера звонили. Понятно. Добрый вечер. Что желаете? Чай, кофе? Чай, пожалуйста, сделайте мне. Хорошо. Да, любимая? Это не Алина, это ее сестра. Алины больше нет. Что?